На секундочку. Помните, я вам рассказывал про приложение Ярус? Это новое приложение с вашим любимым контентом, абсолютно без рекламы. Мне очень нравится там сидеть каждый день, я выкладываю туда разные фотки и видео со съемок, которые я больше нигде не выкладываю. Так что подписывайтесь, там очень много полезной информации, разные конкурсы и не вошедшие видео, разные моменты с четырёхлеток и притворяясь новичком. В Ярусе я уже оставил второе задание для конкурса, и оно еще интереснее предыдущего. И напомню, призы — это мой мерч, который я делал очень долго, дизайн... старался вот прям жестко. И вот такой прям больше нигде, только там можно получить вот эти лимитированные шмотки с офигенным дизайном. Качайте Ярус по ссылочке в описании и узнавайте все подробности. Смотрите, вот посмотрите, какой процент смотрит видео без подписки на канал. Если тебе нравится вообще видео, мое творчество, то подпишись, пожалуйста, на канал. Я очень сильно хочу добить 2 миллиона, осталось прям совсем чуть-чуть. И в следующем видео я покажу, насколько сильно у нас получилось изменить этот процент, если, конечно, вообще получится. В общем, подпишись, пожалуйста, на канал. Приятного. Ой, ну, короче, дальше смотри. We'll be right back.
этом все. Давайте наберем 100 тысяч лайков. На этом все. Давайте наберем 50 тысяч лайков. 50, было там 100. Да я подумал, что 100 многовато. Пока замерзли, уже полтинник скинул. Ребят, давайте наберем 50 тысяч лайков, чтобы я понял, что вам такие видео интересны. И я продолжал делать такие популярные песни в разных красивых местах. В общем, вот. А для тех, кто хочет табы, чтобы играть то же самое, что вот я сегодня сыграл. В общем, по ссылке в описании, сайт Octabs, там предоставлены все табы, которые я сегодня играл. Вот. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и все такое, в общем, колокольчики всякие, вы сами все знаете. Пока, до новых встреч. Это что, камера? А я думал, сова. Ладно, это уже не актуально и не смешно нифига. Съемочная ночь закончена. Вы не представляете, ты записываешь что ли? Вы не представляете, как сильно я замерз. Оу. Все? И подожди, и теперь концовочка. Ой. Ладно, не надо вставлять. У меня пальцы не двигаются, неудобно все. Ладно.